разве не открыто? Я вообще ничего не знаю. А где ключи вообще, что ли? А, вон, что, прости. Я думала, что случится, думаю, вообще все открыто. Ой-ой-ой. Тихонько, тихонько. Сейчас нальем. Ну что, парни, нормалек все? А? Привыкли? Не дрожат? Не дрожат. Молоко опять горячее. Для сугрева. Что, перегреваем. Пикинга, да? Маленькая. Ага. А что надо? Будь. Голова-голова. Голова-голова. Затронулся же, ё-моё. Ну подожди, не подходи, ну дай ему. Видишь? Угу. Голод не тетка. Давай сам-то. Вот, молодец. Ага, все, да, гудбай. Иди от меня вот. Я рабочий. Только об спину, об этим, об светящую это не порежься. Как хорошо-то, а, когда есть об кого руки вытереть. Главное, ноги не начать у тебя вытирать. А так вообще все нормально. Оставляй, пойдем козу доить. Пускай ее здесь возится со своими ведрами. Слышишь? Ты прям каплями в меня. Да, что ли? Да, ну! Это мне можно вытирать об тебя руки, а тебе нельзя. Об меня. Да. Че, девчулька? Когда там у тебя еще-то будут сестренки, братики? Такая хорошка. Че? Как ты так умудряешься? Че? Еще? Не щелкиваются наши орешки, да? А что это орешки? Не двигаются? В смысле не двигаются? Кто не двигается? В смысле он лежит, надо обращать внимание. Че, не знаю, че. Он говорить хочет? Ну, может, и хочет. Ты что меня пугаешь? Ну, лежит, отдыхает. Лежит, отдыхает. Девчонки, писаем на улице. Харе тут поливать. Что, тебе надо помогать, да? Нет, мне не надо ничего. Не надо? Ничего. Ты насыпал комбикорм-то или нет? Ну, без тебя, это не она, да? Нет, это не она. Видишь, как я сразу говорю? О, гулять пошли. Смотрю, цвет не тот. Чего не открываешь? Здрасте. Ну, я только, ну, не с утра, я сейчас. А. Солнце теплое. Ну, уйдите с дороги. Все, пописали, покакали. Пошли. Она прыгает. Скоро барьер будет брать уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Козевишна. Может, мне наверх залезть? Не точно? Как-то придумал. Не. О, о, давай. Что он так же тебя. Ну, я не могу, они маленькие. Я уже поняла, что тебя маленькие сиськи не устраивают. Подавай тебе большие. Отдайте, отдайте. Так. Что? Это она не съест все. Да понятно. Пускай да. Сколько съест. А остальное в обед. У них не ведра, у них они берут это кашпо такое длинное, ну, рассаду сажать, знаешь, такие пластиковые. Это слив, да, вот этот. Ливневка от дождя. Ну, ливневка от дождя круглая, а это он квадратная, прямоугольная. Ой, красотка! Вот она.
Невозможная. Какая хорошая козочка. Какая она красивая. Снежок. Ну все, пойдем. Дома тоже маленькие сердечки ждут. Друзья, как вы понимаете, занятие хозяйством – это не единственные дела, которые мы делаем вне дома. Сейчас мне надо ехать в Петровку, это где-то 54 километра от дома. Вот, там какие-то документации завершать с электросетями. Позвонили мне оттуда, сказали, быстренько приезжайте. Вот, я, честно говоря, не знаю, надолго, ненадолго, но у нас закончились все продукты. У меня меньше половины бака бензина. И машина грязная в свинью, называется. В любом случае, раз уж мы едем, сделаем по максимуму. Женечка дома, слава богу, присмотрит за детишками. Ну, а мы с Сашей все дела поделаем. Давно я, кстати, никуда не выезжала, уже, наверное, дня 3 я дома. И занимаюсь домашними делами, и в том числе блогом своим. Вот, надеюсь, что успею сегодня еще приехать смонтировать этот ролик и выпустить его. Ну, а там как Бог даст. Смотря, сколько эта поездка займет по времени, да? А еще Александр Владимирович просится в парикмахерскую. Говорит, зарос, как обезьяна. Это не мои слова. Губы накрасим. Юморной парень. А что, ты меня не возьмешь на ручки? Да я тут стою еле-еле. Так, мы приехали. Скользко, да? Так, идем. Идем. 3 минуты и готово. Акт о выполненных технических условиях. Теперь мне надо ехать в Тамбов. Вот, и там всякие тоже... 3 минуты свет дали. Теперь надо ехать в Тамбов и делать дальше всякие процедуры для того, чтобы лицевой счет поменялся. Вот, для этого... В общем, у меня больше 30 киловатт, из-за этого всякие тут тонкости. Так что все, поехали дальше. Но у нас сейчас по плану вообще-то закупка продуктами. И что мы еще... А, заправиться надо, у меня же на нуле почти уже, пока мы сюда доехали. Ехали мы, ехали и приехали к Ирине моей любимой, замечательной. Только я вот туда боюсь спускаться к ней, да, там грязь и лужи. Сейчас мы куда-нибудь здесь лучше встанем, да, сбоку, ага. Хочу к ней заехать. Вот ее домик. Сейчас я ей позвоню, вообще на что-то. Ага. Алло, алло. Ириш, ты дома? Ай, ты ёшкин кот. Я думаю, к тебе заеду. Да, я тут еду с Петровки, думала, вот прям вот рядом с твоим домом. Ну ладно. Что рассказывал? Ну я же 3 фазы оформила, поэтому мне там надо было, короче, кое-что доделать. А, понятно. Вот. Это нормально? Да, слава богу. Вы-то как там? Коробки как твои? Да ничего, пока, слава богу. Тишина, да? Слава богу. Я все равно волнуюсь. Ладно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Да, я тоже надеюсь. Ну ладно, так бы я тебя с Сашей познакомила. Мы тут вместе с ним едем. Ну вот, вот так, как всегда, на самом интересном месте. Хорошо, еще увидимся, ага, запланируем поездочку. Ага. Целую. Целую, пока. Ну ладно, не получилось в гости еще заглянуть, так бы обязательно бы заехала. Едем дальше. На улице так тепло. Вовсю все тает.
Вот надо что-то типа этого, только уже. Уже. Оно слишком широко. Да. Сейчас посмотрим, может есть, а может нет такого здесь. Что тебе нужно там, говоришь, еще из инструментов что-то? Кто? Канцелярский нож. А что, у меня нет канцелярского ножа? Так, зашли за одной вещью, купили вообще абсолютно другую. Сейчас еще в один магазин поедем. Ну, в общем, у нас двери старые очень. Все разваливаются там, где у нас лошадь, где у нас куры. Саша хочет их отремонтировать. Не. Фольга. Тихо, ребята, молодцы. Вот на вас вся страна и держится. Я думаю, что мне так тяжело? Она, мне кажется, вся страна держится. Читаю в Телеграме ваши комментарии. Спасибо, мои дорогие друзья, что от вас есть обратная связь. Это очень-очень приятно, потому что я выкладываю весь этот контент для вас. Мне очень приятно читать ваши комментарии, хоть иногда и прикалываюсь. Иногда и смеюсь. Но я по-доброму, по большой любви. Так, ну что, погнали дальше. Монетизацию сниму тут все. Кажется, мечты сбываются, и Александр сегодня подстрижется наконец-то. Ну-ка, посмотри на меня, посмотри. Нормально, что? Ну что? Ну что, вы довольны? Да. Очень? 3000 нашему забрали. У меня уже даже разрядился микрофон. Скоро сядет батарея на фотоаппарате. И это я еще даже не все снимаю. Где мы бываем, куда мы заходим, что мы делаем. Но это, похоже, наше последнее место, пункт, куда мы заехали. Сейчас поедем домой. Так, на 5 копеек они перебили. Ё-моё. Короче, нет, все-таки это не последняя инстанция, точнее, станция, точка отправления будет после помывки. Thank you.